с вами говорил. Okay. Just stay where you are. Оставайтесь на местах на своих сейчас, пока не расходитесь. Я вчера упоминала о том, что люди могут неправильно вас понимать. And that people would think that you are so heavenly minded that you are of no earthly use. И что люди могут думать о том, что вы настолько мыслями своими в небесах, что на земле от вас никакого толку. And as I was praying in the worship just now. И когда сейчас во время поклонения я молился, I had to go into my room to write down what I felt the Lord was saying. Мне нужно было пойти в свою комнату, чтобы записать то, что я чувствовал, что говорил Господь. Because I knew that it was so critical that I had to actually write it down to be able to communicate it. Я чувствовал, что это чрезвычайно важно даже записать, чтобы в точности передать. And this is what I felt the Lord was saying. И вот что я чувствовал, что говорит Господь. The people who are called into a what you might call a forerunner ministry. Люди, которые призваны к тому, что мы называем служение предтечи, то есть того, кто бежит впереди, кто первый проходит. At some point, have to confront the issue of loneliness. Рано или поздно таким людям придется столкнуться с вопросом одиночества. And it's not the issue of there being no proximity to other human beings. И это не вопрос того, что рядом с тобой не будет других человеческих существ. But it's the kind of loneliness that comes when your desires are refined. Но это такое одиночество, которое приходит, когда твои желания, они переплавляются. And nothing can come close to the desire that you have for the Lord. И ничто не может даже близко сравниться с тем желанием, которое у вас есть к Господу. It's when there's lots of people around, but you have nothing to talk to them about. Это когда вокруг тебя много людей, но не о чем с ними поговорить. And I believe that's the journey that the Lord has for you. И я верю, что это тот путь, который Господь имеет для вас. As you consecrate yourself over this coming season of time. Когда вы будете отделяться, как освящаться в этот сезон, который впереди вас. And begin to give yourself to a journey. И когда вы начнете отдавать себя пути. And that journey is one towards constant prayer and a desire for righteousness. Пути к постоянной молитве и желанию праведности. That as you begin to give yourself in a new way. Когда вы начнете отдавать себя по-новому. To a focused night and day pursuit of Jesus. Сфокусированному преследованию Иисуса днем и ночью. And a yearning for righteousness to be established. И томлению о том, чтобы правда, правосудие было утверждено. That there's a hunger that's burning in you. Есть жажда, которая горит внутри вас. The problem is that you'll become a bizarre sight to some people who've known you for years. И для тех людей, которые, может быть, знали вас многие годы, вы станете таким странным зрелищем. And I'm not talking about people who don't know the Lord. Я не говорю сейчас о людях, которые не знают Господа. I'm talking about believers who will suddenly not understand you. Но я говорю о тех, кто вдруг внезапно перестанут понимать вас. Because you'll have nothing in common with them. Потому что у вас не будет ничего общего с ними. And nothing to talk about. И не о чем поговорить. And suddenly you'll be confronted with a profound loneliness. И внезапно вы столкнетесь с глубоким одиночеством. And that is a moment of decision for you. И это будет моментом решения для вас. It's a moment of pain. Это момент боли. Because you'll be in the valley of decision. Потому что вы будете в долине принятия решения. In terms of how the next season of time in your life is going to go. Относительно того, как пройдет следующий сезон в вашей жизни. And it's that pain. И вот в этой боли. That lack of connection with people who get you. И в недостатке связи с теми людьми, которые понимают вас. People who you've loved for years and who've loved you. Люди, которых вы любили годами и которые любили вас. And suddenly, when the relationship dynamics around you change, внезапно, когда динамика взаимоотношений вокруг вас изменяется, you find yourself in a place of real loneliness. Вы находите себя в точке реального одиночества. But that's a real God-ordained season. Но это сезон действительно обозначенный Богом. When it's you and him. Когда это вы и он. And your issues. И ваши вопросы. And that pain. Of longing for something. И это боль, томление о чем-то. That moment is a moment of
is a critical moment. И этот момент, он критически важный момент. To accelerate your efforts to touch God. В том, чтобы увеличить, как ускорение ваших попыток достичь Бога. A moment of commitment. Момент посвящения. That you're going to persist no matter what. В том, что вы будете напорствовать, несмотря ни на что. Not giving up for anything. Вы ни за что не сдадитесь. And that's a critical moment for you. И это критический момент для вас. The moment when the wave of loneliness hits you. А момент, когда волна одиночества накрывает вас. And the wave of longing for human connection. И волна томления о вот этой вот связи человеческой. But with the futility of that lingering in the back of your mind. Но с тщетностью этого, который вы осознаете в своем уме. Because of where the Lord is taking you. Из-за того, куда Господь ведет вас. Because what you find is that your values have changed. Потому что вы обнаружите, что ваши ценности изменились. And your desires have changed. Ваши желания изменились. And your goals have changed. Ваши цели изменились. And what you want out of life has changed. И то, что вы хотите от жизни, изменилось. How you see life. То, как вы видите жизнь. And the way you make decisions. И то, как вы принимаете решения. And the things you want to talk about. И то, о чем вы хотите говорить. And fill your mind with. И наполнять свой ум. The way you want to spend your social time. То, как вы хотите провести свое социальное время. And all around you at the same time. И в то же все время вокруг вас. There is a subtle resistance. Есть такое незаметное сопротивление. That pressure to not be so radical. Вот это давление в том, чтобы не быть такими радикальными. And that's where it's so profoundly expressed. И именно в этом оно так глубоко выражается. That place of loneliness. Вот это место одиночества. And suddenly you're in the valley of decision. И внезапно вы находите себя в долине принятия решений. A real moment of crisis. Реальный момент кризиса. And so many times in that place where the Lord is setting you up. И так много раз в этом месте, в которое Господь помещает вас. You find that you're in the midst of conversations that will be forgotten about in 10 minutes time. Вы находите себя в разговорах, о которых вы даже забыли уже. Entertainment that is so frivolous. И развлечения, они вообще, ну, как не интересуют вас. But it makes you feel like you're wading through mud. Они дают вам, но для вас это как чувство, как будто вы сквозь грязь идете. And there's something in you that just can't take it anymore. И что-то внутри вас просто не может это больше переносить. But that thing that's raging within you. Но эта вещь, она как война бушует внутри вас. If you're honest, is actually silently raging against everything that's not Jesus. И если вы будете честны, то вы признаете, что это молчаливая война против всего того, что не Иисус. And you try not to be judgmental against people. И вы пытаетесь не быть осуждающими по отношению к людям. Or mean. Or unkind. Пытайтесь не быть злыми или там недобрыми к людям. But you just can't take it anymore. Но вы просто не можете уже все это переносить. And you're quietly dying inside. И вы внутри потихоньку умираете. Every time you have a conversation about nothing. Каждый раз, когда вы разговариваете ни о чем. And that's a crisis moment for you. И это момент кризиса для вас. Because it's so easy to buckle. Потому что так легко пристегнуться. And just to go with the flow. И просто идти с потоком. But you need to push through. Но вам нужно напорствовать сквозь это. You need to get over the barrier. Нужно пройти сквозь этот барьер. And realize that it's better to have a season alone with God. И осознать, что лучше иметь сезон одиночества с Богом. Than to compromise even just a little bit right now. Чем пойти на хоть малюсенький компромисс сейчас. Because the years ahead are too critical. Потому что годы, которые впереди, они слишком критичны. The journey that God has you on is too critical. Путешествие, путь, на котором Бог имеет вас, оно слишком критично. And that moment must be met with resolve. Как чрезвычайно важно, этот момент, он должен быть разрешен. But there's grace in it for you. Но есть благодать в этом для вас. If you access it. Если вы возьмете ее. It's almost like you need to sign up for the grace. Доберетесь до нее, как будто нужно записать свое имя в список получающих благодать. To go through that critical moment of loneliness. Чтобы пройти через этот критический момент одиночества. Because he's setting you up.
Потому что Он выстраивает все так, to get you into a place where true satisfaction, чтобы вы попались в такую ситуацию, где истинное удовлетворение can only be found in a place of intimacy, может быть найдено только в месте близости, where he touches your heart, где Он касается вашего сердца, and there's nothing else, и нет ничего другого in the world, в мире, that you want, чего бы вам хотелось, but him, но только Он. To experience what it feels like for God to put His hand on your heart. Пережить, как это, когда Бог полагает свою руку на ваше сердце. And begin to speak to you. И начинает говорить к вам. And open Himself to you. И открывается вам. That's when you need to just sit for a bit. Именно тогда вам нужно присесть ненадолго. To talk to Him about it. Чтобы поговорить с Ним об этом. Because there will be people around you who will understand. Потому что будут люди вокруг вас, которые поймут. And you will find them. И вы найдете их. And they will find you. И они найдут вас. And through this critical moment, He will begin to break the love of the world. И через этот критически важный момент он будет сокрушать любовь к миру. That will otherwise hold you back. Любовь этого мира, которая, а если она не будет сокрушена, она будет удерживать вас. And he will completely rewire you. И он полностью перепрошьет вас. And transform you on the inside. И преобразит вас внутри. It's like God, I've got to come after you. И это будет отношение вашего сердца. Бог, я просто должен идти за тобой. And there's this, like this divine swirl around you. И вокруг вас есть это божественный вихрь. And you haven't found it easy to connect with people. И вы чувствуете, что с людьми как контакт не так уж легок. And you haven't known why. И вы не понимали почему. But that's why. Но вот почему. And before we before we look at some scriptures together. И перед тем, как мы пойдем, поизучаем некоторые места Писания вместе. I want to pray for you. Я хочу помолиться за вас. So just stay where you are. Оставайтесь на своих местах. Just put your hand on your heart. Положите руку на сердце. Holy Spirit, come. Дух Святой, приди. Pour out your Spirit, Lord. Излей твой дух, Господь. Touch our hearts, Lord. Прикоснись к нашим сердцам, Господь. Lord, we want nothing and no one but you. Господь, мы не хотим ничего и никого, кроме Тебя. We're tired of the futility of things around us. Мы устали от пустоты вещей окружающих нас. Of entertainment. От развлечений. And movies. От фильмов. TV. От телевизора. And music. О музыке. That just takes our mind off you. Которая забирает наш разум с тебя. Touch our hearts, Lord. Прикоснись к нашим сердцам, Господь. Come, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. Give us more of Jesus. Дай нам больше Иисуса. Give us more, Lord. Дай нам больше Иисус. Nothing else can satisfy. Ничто другое не может удовлетворить. Sometimes, Lord, we've been like the prodigal son. И иногда мы как блудный сын. We try to find satisfaction in worldly pleasure. Мы пытаемся найти удовлетворение в мирских удовольствиях. And we've missed it, Lord. И мы пропускаем его. Draw us back to you, Lord. Привлеки нас снова к тебе. Draw us with the cords of love. Привлеки нас узами любви, to touch your heart again. Чтобы снова касаться твоего сердца, for you to touch our hearts. Чтобы ты касался наших сердец. More, Lord. Больше, Господь. More, Lord. Больше, Господь.
Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you for your love. Спасибо за твою любовь. Okay, if you want to move to a different place, that's okay. Если хотите пересесть, передвинуться на другое место, то можете. Okay. Хорошо. Yeah, you can still keep your hand on your heart if you want. Если хотите, можете руку на сердце держать, как хотите. Как желаете. I said yesterday in the last session that one of the important issues in understanding our priestly role is listening to the Lord. Я вчера сказал, что одна из важных частей нашей роли священников — это слушать Господа. Here, I и в прошлый раз, когда я был здесь, я рассказывал историю о Марии из Вифании. Я не буду снова рассказывать эту историю, но просто ссылка на нее. 10, 38, в Луки 10 главе рассказывается нам история о Марии из Вифании. Сейчас не буду ее читать, поэтому не волнуйтесь. Но это история об этой молодой девушке, которую зовут Мария, которая сидела у ног Иисуса. И Дух Святой подчеркнул в написании этого Евангелия. В 39 стихе. That she sat at the feet of Jesus to listen to what he was saying. Что она сидела у ног Иисуса и слушала слово Его. In fact, each time she appears in the scriptures, she is sitting or kneeling at the feet of Jesus. И каждый раз, когда она встречается в Писании, она сидит у ног Иисуса или преклоняется пред Иисусом. Which is a good place to be. И это хорошее место. Because it's only as we feed on regularly on His Word that we will stay fresh in our relationship with Him. Потому что только когда мы регулярно питаемся Его Словом, мы можем оставаться в свежих отношениях с Ним. And listening to His Word was crucial, a crucial point of intimacy for her. И слушать Слово Его было чрезвычайно важной частью близости с Ним. And Jesus told this parable, which we call the parable of the sower. И Иисус рассказал эту притчу, которую мы называем притча о сеятеле. But it's actually not about the sower. Но притча это не о сеятеле вообще. It's about the four different kinds of soil. А о четырех разных видах почвы. It's like we, you know, it's like the parable of the Good Samaritan. Как, например, притча о хорошем самарянине. Sorry, not the Good Samaritan, the prodigal son. Извините, о блудном сыне. It's not really about the son. Она, это притча не о сыне. It's about the father. А это притча об отце. It's about the prodigal father. Это об отце, который имел блудного сына. So this parable of the sower, I think it operates as like a mirror for us. И я думаю, что эта притча о сеятеле, она действует для нас как зеркало. Because it reflects back to us where we truly are. Потому что она дает нам отражение того места, где мы действительно находимся. And what we need to say yes to. И чему нам нужно сказать да. In order to lay hold of the fullness of God's purposes. Для того, чтобы войти в полноту Божьих целей. And His promises for this life.
and for the age to come. И его обетование для этой жизни и для века грядущего. So I want to read. I want to go through the parable. И я хочу пройти по этой притче. But it occurs three times in three different gospels. И эта притча она появляется три раза в трех разных Евангелиях. So I'm going to look at all of them. И я хочу посмотреть их все. But I want you to keep in mind the prayer that David prayed in Psalm 139. Но я хочу, чтобы вы помнили о молитве, которую Давид молился в 138-м псалме. Where he says, "Search me, O God." And know my heart. Где он говорил, Боже, исследуй меня, познай сердце мое. Because this is the heart attitude that we need. Потому что именно такое отношение сердца нам нужно. In order to receive all that God wants to impart to us. Для того, чтобы принять все то, что Бог хочет передать нам. And to let Him train us in our thinking. И позволить Ему обучить наше мышление. As well as the things that we do. А также то, что мы делаем. So that we can lay hold of, get hold of. His fullness for us. Чтобы мы могли захватить эту всю полноту, которую Он имеет для нас. So, итак, let's look at the parable. Давайте посмотрим на притчу. It occurs in Matthew 13, Mark 4, and Luke 8. Эта притча появляется в 13 главе Матфея, в 4 главе Марка и в 8 главе Луки. In Matthew 13, verse 9, you get this invitation from Jesus. В 13 главе Матфея в 9 стихе мы видим это приглашение от Иисуса. He says, "He who has ears to hear, let him hear." Он говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. In other words, what he's saying is this. Что он говорит этим? I'm about to say something that is really, really important. Эта фраза он говорит, что сейчас я скажу что-то, что очень важно. So if you've got any ears, поэтому, если у вас есть хоть какие-то уши, open them now. Открывайте их сейчас. So it's, like I said, it's told three times. Как я уже сказал, три раза встречается эта притча. And the retelling in the different gospels. И рассказ этой притчи в разных Евангелиях. It has similarities and additions and different angles in all three gospels. Имеет в себе эта притча похожие части, но также есть некоторые отличительные черты и дополнительные сведения. And those differences are really important. И вот эти разницы, различия очень важны. And so the Holy Spirit takes the invitation of Jesus really seriously in the recording of this parable. И Дух Святой очень серьезно принимает во внимание приглашение Иисуса, когда он перед тем, как он рассказывает эту притчу. So it's like we need to lean in and pay close attention. То есть как будто нам нужно просто преклониться к нему, склониться к нему и обратить очень такое тщательное внимание. In all three versions. Во всех трех версиях. Because the Holy Spirit really wants us to be attentive. Потому что Дух Святой хочет, чтобы мы были внимательными. In the study and the reading of all these different accounts. В изучении и в чтении этих описаний. And when Jesus gives this invitation, you know, he who has ears to hear, let him hear. И когда Иисус дает это приглашение, кто имеет уши слышать, да слышит. It's more than just. This is really important. Это больше, чем это просто важно. It's also like a warning that there are layers in this parable. И, но это также является предупреждением о том, что есть разные уровни, как слои в этой притче. And that we have to listen to this parable, study this parable really carefully. И нам нужно изучить эту притчу и ее слушать очень внимательно. With open hearts. С открытыми сердцами. So we can get hold of everything that Jesus wants to speak to us. Чтобы мы могли воспринять все, что Иисус хочет, чтобы мы восприняли. And we need His grace to help us. И нам нужна Его благодать, чтобы она помогла нам. Now it's interesting that in all the parables. И интересно, что во всех притчах. You know, I don't know about you, but in Sunday school as a child, I was taught this about parables. Я не знаю, учили ли вас этому, но когда я был ребенком и посещал воскресную школу, мне рассказывали о притчах. That parables are an earthly story with a heavenly meaning. Рассказывали о притчах то, что притчи это земные истории, имеющие небесное значение. So we can understand more about the kingdom. Чтобы мы могли понять больше о царстве. All the parables are about the kingdom. Все притчи о царстве. In one way or another. В той или иной мере. And often Jesus said the kingdom of heaven or the kingdom of God is like. И часто Иисус говорил, что Царство Божие подобно. And then he tells a parable. И потом Он говорил притчу. But actually, that's not what Jesus said parables were about. Но не об этом суть притч в соответствии с тем, как сказал Иисус. He said parables were there to confuse people.
А Иисус сказал, что притчи были для того, чтобы запутать людей. Did you know that? Вы знали это, да? Because he's basically saying that you will only understand these parables if you have the ears and the eyes of God. Потому что Иисус говорил, что единственный путь, как понять эти притчи, только если ты будешь иметь уши и глаза Божьи. Because the people who think they know it all will miss it. Потому что те люди, которые думают о себе, что они все знают, они пропустят это. And that's because in the parable, in the parables that Jesus told, there's always a subtle twist somewhere in the parable. И это потому что во всех тех притчах, которые рассказывал Иисус, есть где-то вот это вот такое неожиданное какое-то вот как завихрень какая-то. There's always something that is. It was a good Russian word to express twist. Говорю, что это было? Говорю, хорошее русское слово, описывающее английское слово twist. Twist. Знаете, как танец был twist, когда все There is always something outrageous about what Jesus said. То есть всегда было что-то такое, знаете, как For example, you know the parable Из ряда вон выходящее в том, что говорил Иисус. You know the parable of the unforgiving servant. Помните притчу о непрощающем слуге? Where he owes the master a lot of money. Где он много-много денег должен господину. And but the master lets him off. А господин ему прощает. And the amount of money that he owed him. И количество тех денег, которые должен он был господину. Was the equivalent of the gross national product of a small nation of that time. А в то время приравнивался ко всему доходу какой-нибудь небольшой страны в то время. I mean, it was billions of dollars. То есть это были миллиарды долларов. In the equivalent. Ну, в эквиваленте. I mean, who would let someone off? Кто, a debt of billions of dollars? Кто бы так взял бы и простил кому-то миллиарды долларов? Nobody would. Ну, никто обычно так не поступает. But when the servant was forgiven and he found the other servant who owed him some money. Но потом, когда этому слуге был прощен этот долг, он нашел кого-то другого, кто должен ему был тоже деньги. It was a minute amount of money. Но это была вообще малюсенькая сумма денег. See, there was this subtle twist in it. И тут есть такая вот маленькая завихрень в этой притче. Что-то такое просто из ряда вон выходящее. Like the parable of the workers in the vineyard. Как, например, о притче о работниках в саду, в винограднике. The vineyard owner could have solved all his problems. Хозяин виноградника мог вообще решить все свои проблемы. By paying off the people who'd worked all day first. Если тем, кто бы работали целый день, им первым бы заплатил. And then they wouldn't have known that the people who only worked for an hour got the same pay as they did. И они бы тогда даже никогда не узнали, что те люди, которые работали всего один час, получили столько же, сколько они. Jesus was saying that the kingdom of God is like a dumb vineyard owner. И Иисус говорил, что Царство Божие, оно подобно вот этому глупому хозяину виноградника, who doesn't know how to manage his workers. Который не знает, как сделать менеджмент своим работникам. But there's a point in it. Нет, но там есть суть. And all other parables are like that. И все другие притчи похожи на это. And this parable is strange because of the way the sower goes out to sow the seed. А эта притча странна в том, как сеятель идет сеять. Seed was very precious. Семя было очень драгоценным. And he would not have thrown the seed on the path. И сеятель никогда бы не кинул семя на дорогу. Or on the rocks. Или в камни. Or amongst the thorns. Или среди терния. He would have made sure that precious seed was sown in the good soil. Сеятель бы убедился в том, что это драгоценное семя сеется в хорошую почву. But not so with Jesus. Но с Иисусом не так. Because he wanted to make a point. Потому что Иисус хотел что-то донести до слушателей. Because these guys would have been sitting there listening to this parable. Потому что эти ребята сидели там и слушали эту притчу. Thinking, what on earth would the farmer go and sow seed there for? А сидели и слушали, думали, с какой-то стати фермеру сеять там свое семя. Now the point is this: that his goal is our fullness. И его цель — это наша полнота. That's the fourth soil. Это вот эта добрая почва. Matthew 13:8, Mark 4:8-20, Luke 8:8-15.
Вот все вот эти номера, которые сказал Мартин, во всех этих местах Писания. Bearing fruit with patience, he talks about. То есть все три места, где мы видим эту притчу, суть о доброй почве, что с терпением она приносит плод. So it's helpful to read the parable and its purpose and its explanation all the way through. И полезно, когда мы читаем полностью эту притчу, ее объяснение вот от начала до конца. And then having the interpretation, go back and read it again. И потом, когда уже мы имеем истолкование, снова прочитать ее. So we're going to go backwards and forwards. Поэтому мы будем туда-сюда ходить. And it's interesting how much of the parable opens up in our understanding when we go back through it in this manner. И интересно, каким образом мы получаем новое понимание этой притчи, когда вот таким образом мы ее изучаем. We also have to understand that this parable opens up our, this parable judges and reveals the heart as we read it and hear it. И интересно, каким образом эта притча, она судит сердце в то время, когда мы ее слушаем или читаем. And we can't be too quick to assign a category to ourselves. И мы не можем быть слишком быстрыми в том, чтобы приписывать себе категорию. And assume that we land in a category. И считать, что мы относимся к какой-то из этой категории. It's like, oh, I'm the good soil. И например, я хорошая почва. I'm the pathway. Или наоборот, я вот там придорожная. It's also important to understand that all four soils of this parable represent believers. И очень важно понимать, что все четыре вида почвы представляют собой верующих. And the various ways that we receive the word of God as it's scattered by the sower. И различные пути, как мы принимаем слово Божие, когда оно раскидывается сеятелем. And the other thing is this. И еще одна вещь. That in hearing this parable, we can also be quick to think of others who fit these descriptions. Тоже, когда мы слушаем эту притчу, мы можем быть быстрыми на то, чтобы судить других людей, в какую они категорию попадают. She's the one that fell among thorns. О, вот она точно среди терниев упала. Or that person is a classic, place of rocks. А вот этот человек просто классический пример каменистой почвы. Rather than evaluating our own heart condition. Вместо того, чтобы оценивать свое сердце и его состояние. So, let's look at this, the first soil. Итак, давайте посмотрим на первую почву. In this first soil, the seed falls by the wayside. Итак, в этой первой почве семя падает у дороги. In Matthew 13, verse 4, it says, "And as he sowed, some seed fell by the wayside." Матфея 13:4. И когда он сеял, иное упало при дороге. And the birds came and devoured them. И налетели птицы и поклевали то. And then in Matthew 13 verse 19 he gives the explanation. И потом в 9 стихе Матфея 13 он дает не в 9, но в другом дает истолкование. It says whenever anyone hears the word of the kingdom. Which was? 19. Ко всякому слушающему слово о царстве. And does not understand it. И не разумеющему. Then the wicked one comes and snatches it away. Приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Snatches away what was sown in his heart. Похищает посеянное в сердце его. This is he who received the seed by the wayside. Вот кого означает посеянное при дороге. In Mark's version, he gives this explanation. У Марка в его версии он дает такое объяснение. Mark 4, verse 15. 4:15. And these are the ones by the wayside where the word is sown. Посеянные при дороге означает тех, в которых сеется слово. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Now Luke describes the scattering of the seed in a slightly different way. А Лука описывает вот это вот рассеяние семени по-другому. In Luke 8, verse 5. 8:5 Луки. Says a sower went out to sow his seed. Он говорит, что вышел сеятель сеять семя свое. And as he sowed, some fell by the wayside. И когда он сеял, иное упало при дороге. Now, he says, and it was trampled down. И Лука говорит, и было потоптано. And the birds of the air devoured it. И птицы небесные поклевали его. And later on in verse 12, и позже в 12 стихе. He says, and those by the wayside are the ones who hear. А упавшие при дороге — это суть слушающие. Then the devil comes and takes away the word out of their hearts. Которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их. Lest they should
believe and be saved. That's a strange thing to say. Чтобы они не уверовали и не спаслись. Это странная вещь, которую он говорит. So the first group is believers who receive the word from the Savior. Итак, первая группа людей это верующие, которые получили семя от сеятеля. It's sown in their hearts. Оно посеяно в их сердцах. And they hear. И они слышат. Yet it has no impact on their hearts. Но это не влияет на их сердца. Well, why? Почему? Matthew and Luke give us insight into why the ones on the wayside are not impacted by the word. Матфей и Лука они дают нам некоторое понимание о том, почему это происходит. They say they do not understand it. Они говорят, что они не понимают его, не разумеют. And therefore they trample it underfoot. И поэтому оно затоптано. In other words, they don't value it. Treasure it or nurture it. Другими словами, они не ценят это слово, они его не развивают, они его не поглощают. So when someone is standing by the wayside sees the valuable seed, то есть кто-то стоящий при дороге, он видит семя. The word of the kingdom. Слово царства. That it's been scattered on the side of the road where it can't grow. Но оно как разбросано при дороге, где оно расти не может. Or have any impact. И не может повлиять. Then the implication is that they're to recognize its value. И применение этого в чем? Что они должны распознать и ценность слова. And simply pick up the seed and place it where it will grow in a healthy manner. И поднять это семя и посадить его туда, где это семя будет расти правильным, соответственным образом. So the imagery here. И здесь образы. Is that the hearers have no revelation about the value of what they're receiving. Заключается в том, что слушатель, он не имеет откровения о ценности того слова, которое он принимает. So they trample it underfoot. Поэтому он как топчет его. Not spitefully. Не каким-то злобным образом. But inattentively. Но просто как по неосторожности. They trample the seed. По непониманию, они топтают семя, потому что они не понимают, что это было или почему оно было значимым. So, ценным. Jesus was not saying that the enemy is going to steal the word from the heart of someone who simply doesn't grasp it yet. Иисус не говорит о том, что сатана украдет слово из сердца кого-то, кто еще, знаете, как не схватился за него, не осознал его. Нет, он говорит о тех людях, которые слышат слово, но не изучают его. Or ponder it. Не размышляют о нем. Or dialogue with the Holy Spirit about it. Те, которые не ведут диалог с Духом Святым об этом so слове. They can apply it and obey it. Чтобы... А если они все этого не делают, они тогда не могут применить это слово и не могут послушаться ему. So Jesus is making a simple statement to his disciples. То есть Иисус, он делает это простое утверждение, заявление ученикам. About the value of the words of Jesus and his explanation about the kingdom. Он говорит о ценности слов Иисуса и объяснении царствия. In Matthew 13, verses 16 and 17. В 13 главе Матфея, 16 и 17 стихе. He says, "But blessed are your eyes, for they see." Он говорит, ваши же блаженны очи, что видят. And your ears, for they hear. И уши ваши, что слышат. For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desire to see what you see. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите. And did not see it. И не видели. And to hear what you hear. И слышать, что вы слышите. And did not hear it. И не слышали. So Jesus is telling his disciples that the value of what they're receiving is immeasurable. То есть Иисус говорит своим ученикам, что ценность того, что они слышат, оно просто неизмеримо. So the ability to understand it, и способность понять это, to truly comprehend or hear it, в действительности понять это, осознать, услышать это, is a gift from God that many of the saints who have gone before them, это дар от Бога, который многие из святых, которые были перед ними, longed for but did not see it, они томились об этом, они жаждали этого, но не увидели, or receive it, и не приняли этого. So Jesus in describing this first soil. Is establishing the value of his words. Итак, вот Иисус здесь, когда он говорит о первой почве, он утверждает ценность своих слов. With the intention that we would set our hearts towards him. С намерением о том, чтобы мы свои сердца расположили к нему. And his word. К нему и его слову. And would incline our ears to hear what he was saying. И чтобы мы преклонили свои уши, чтобы услышать то, что он говорит нам. So we must
appreciate the truth that is being freely offered to us. Поэтому мы должны ценить ту истину, которая так просто предлагается нам бесплатно. Which those who came before couldn't receive. Те, которые шли перед нами, они не могли принять это. And we're to be grateful that we are rich simply by receiving the seed of the truth. И нам нужно быть благодарным за то, что мы обогащены тем, что мы можем принять семя истины, that Jesus sows into our lives. Который Иисус сеет в нашей жизни. See, that's the posture that Mary Bethany had. И вот эта позиция, положение, которое имела Мария из Вифании. She sat at his feet to hear his word. Она сидела у его ног и слушала его слово. And she treasured it in her heart. И она ценила это в своем сердце. So, итак, let's move on to the second soil. Давайте перейдем к изучению следующей почвы. The seed falls on the rock. Семя, которое падает на камень. Matthew 13:5-6 says this. Матфея 13:5-6 говорит. Some fell on stony places. Иное упало на места каменные. Where they did not have much earth. Где немного было земли. And they immediately sprang up because they had no depth of earth. И скоро взошло, потому что земля была неглубокая. But when the sun was up, they were scorched. Но когда же взошло солнце, увяло. And because they had no root, they withered away. И как не имело корня, засохло. Then his explanation in verse 20. И в 20 стихе объяснение. He says this. Он говорит это. But he received the seed on stony places. А посеянное на каменистых местах. This is he who hears the word and immediately receives it with joy. Означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Yet he has no root in himself. Но не имеет в себе корня. But endures only for a while. И непостоянен. For when tribulation or persecution arises because of the word. Когда настанет скорбь или гонение за слово, immediately he stumbles. Тотчас соблазняется. In Mark's version, Mark's explanation is this. У Марка вот объяснение. Mark 4:16. 4:16. Likewise are the ones sown on stony ground. Подобным образом и посеяны на каменистом месте. Who, when they hear the word, immediately receive it with gladness. Означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. And they have no root in themselves. Но не имеют в себе корня. So endure only for a time. И непостоянны. Afterwards, when tribulation or persecution arises for the word's sake. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово. They immediately stumble. Тотчас соблазняются. Luke says this in Luke 8, verse 6. Лука в 8 главе 6 стихе говорит. Some fell on rock. А иное упало на камень. And as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. Взойдя, засохло, потому что не имело влаги. His explanation in verse 13 is this. И объяснение в 13 стихе. But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают. And these have no root. Но которые не имеют корня. Who believe for a while and in a time of temptation fall away. И временем веруют, то есть некоторое время веруют, а во время искушения отпадают. So the second group, they value the word of God in receiving it with rejoicing. То есть вторая группа, они ценят Слово Божие и с радостью принимают его. And that rejoicing is related to understanding. И эта радость, она имеет отношение к пониманию. And they believe for a while. И в течение некоторого времени они верят. Yet, when valuing the word, they do not go deep in developing a root system. Тем не менее, ценя слово, они не идут дальше, не идут глубже, чтобы развить корневую систему. In the truth of it. В истине его. The word enters their lives and their hearts. Слово входит в их жизнь, в их сердца. But it never shapes or forms their mindset. Но оно не влияет на формирование их менталитета, or their worldview, их мышления или мировоззрения, or even their emotions or their values. Или их эмоции или их ценности. You see, we can enjoy a great deal of teaching. Мы можем наслаждаться, радоваться учением, которое мы получаем. We can even be convicted by it. И оно даже может обличать нас. With real repentance. С истинным покаянием. Without ever engaging in the truth of it. Но мы можем не идти глубже, чтобы стать как в общении с этой истиной. In a manner that transforms our desires or reshapes and renews our thinking. К тому, чтобы эта истина, она преобразила, она изменила наше мышление, наше чувствование. So there's an immediate benefit to receiving the truth. Есть мгновенный
мгновенная польза от того, что мы принимаем истину. Sets you free. Она освобождает нас. John 8:32. Иоанна 8:32. And it can be a source of great joy. И также слово может быть источником великой радости. But it needs moisture. Но ей нужна влага. Or, like Paul says in 1 Corinthians 3, и если не так, то как Павел сказал в 1 Коринфянам 3 главе, by planting and watering. Поливом, посеянным и поливом. So the word that frees us is also meant to be the word that nourishes us and washes us. Это слово также имеет значение, которое питает нас, поливает нас. And there needs to be a continued journey in the word. И должно быть должен быть продолжающийся путь в слове. By which we're sanctified and cleansed. Которым мы освящаемся и очищаемся. And that happens as we talk to the Holy Spirit and to one another about it. И это происходит, когда мы говорим с Духом Святым и друг с другом о нем. See, the word of God is meant to form and shape our whole life. Слово Божие назначено имеет предназначение формирования нашего менталитета, всей нашей жизни. And to reshape what we know to be true. И Слово Божие, оно должно как давать нам понимание того, что есть истина. The truth of the word is meant to influence all our thinking. Истина Слова должна влиять на все наше мышление. And to settle our hearts. И утверждать наши сердца. Connecting us to what matters. Соединяясь с тем, что имеет истинное значение. And disconnecting us from what does not matter. И разъединяя нас от того, что не имеет смысла. That's what I was talking about at the beginning. Не имеет значения. То, о чем я говорил ранее сегодня. Where the things of the world will no longer be attractive to us. Когда вещи этого мира уже не будут привлекательны для нас. And it's meant to bring us to real rest. И Слово Божие, оно назначено к тому, чтобы принести нам истинный покой. That relates to our future. Отдых, имеющий отношение к нашему будущему. And a great restlessness concerning the condition of the world around us. И покой в вопросе того беспокойства, которое имеет мир вокруг нас. So it's meant to create great hunger and desire for God. Слово, оно предназначено к тому, чтобы создать внутри нас жажду по Богу. And to remove a desire for the meaningless things of the world. И удалить желание к бесполезным, не имеющим смысла вещам мира. So going deep in the Word enables us to dial down. Поэтому, когда мы идем глубже в Слово, and hear and perceive clearly in times of trouble. Оно дает нам способность как успокоиться и действительно увидеть и услышать. But it's interesting that this trouble is the trouble that he causes. Но which trouble he causes? The trouble he's talking about that happened to the soil. Yeah. Но интересно, что вот все вот эти вот вещи, которые произошли с семенем на второй почве. See, it's the sun that comes up and scorches the rootless plants. То есть бедствия, которые произошли там, солнце встало и спалило, да? That lacks sufficient moisture. Или там, например, недостаток влаги. In fact, he goes deeper than that. He says it's the word itself that causes the trouble. И даже глубже говорится, что само слово, оно является причиной этих бедствий. Because the world hates God. Сам мир, извините, является причиной этих бедствий, как потому что мир ненавидит Бога. And all the people who don't know him are set on their own course. И все люди, которые не знают Бога, они идут сами своим путем. And in deep disagreement with the things of the kingdom. И такие люди, они в глубоком несогласии с царством и с вещами so царства. So the truth and all of its implications. И поэтому истина во всем ее применении. Are disruptive to those who are comfortable in their own agendas and their own ways. Она раздражает тех людей, которые нашли комфорт и уют в своих собственных путях. And the word and the power of God disturb and interrupt the natural course of wicked people. И слово и сила Божия, она беспокоит и раздражает тех людей, которые идут естественным путем. For instance, in Acts 17, the whole stadium in Ephesus. Например, в Деяниях 17 главе весь стадион was filled with people who were raging at Paul's disruptive preaching. Был наполнен людьми, которые были в гневе от проповеди Павла, которая их раздражала. I went to Ephesus once. Я однажды был в Ефесе.
And I stood in the amphitheater. И я стоял там в амфитеатре. It holds 22,000 people. 22,000 людей может войти в этот амфитеатр. And I'm still there to this day. И до сегодняшнего дня. And I stood at the front on the like the stone platform. И я стоял там на этой каменной платформе. I was trying to catch the anointing. Я пытался поймать помазание. Where was it that Paul stood? Где Павел стоял? I was trying to get the open heaven. Где тут открытые небеса? I don't think I got it. You got it? No. Я не нашел. So those who go deep in the word are going to find themselves in real and deep opposition Итак, to those who reject God's word. Итак, те, кто пойдут в слово, они столкнутся с оппозицией, с преследованиями тех, кто ненавидит Божие слово. Those who are unprepared for the heat of the sun. И те, которые к гонениям, и те, которые не приготовлены к этому к палящему солнцу. Will end up being scorched by it. Они их солнце попалит. Now, I want to tell you something in a moment that's not in my notes. И хочу еще кое-что сказать, что нет в моих записях урока, но это относится к тому, что я говорю. But you've been very patient. Вы очень терпеливые. So what I'd like you to do before I carry on. И что бы я хотел, чтобы вы сделали перед тем, как я дальше продолжу? Stand up. Встаньте, пожалуйста. Turn around three times. Три раза обернитесь. And then sit down again. И потом можете снова сесть. Ни с кем не разговаривайте. Хорошо. It kind of relates to what I just said. И это немножко имеет отношение к тому, что я только что сказал. Jesus told another parable. Иисус еще одну притчу рассказывал. About the wise man who built his house upon the rock. О мудром человеке, который построил свой дом на скале. And the foolish man who built his house upon the sand. И глупом человеке, который построил свой дом на песке. And you know the rains came and the floods came. И вы знаете, там дождь полил и там реки разлились. The wind blew. И подули ветры. And of course the house that was built on the rock stood firm. И, конечно же, дом, который был построен на скале, твердо стоял. But the house that was built on the sand fell down. Ну, а дом, который стоял на песке, тот упал. There's a children's song about it. И есть детская песня об этом. Do you sing it? The wise man built his house upon the rock. Один построил свой дом на песке. Один построил свой дом на песке. There you go. And I was in Nigeria about a month ago. Я был месяц тому назад в Нигерии. And I was thinking about this parable. И я думал об этой притче. And because I was going to teach on it. Потому что я собирался о ней учить. On a Sunday morning. Утром воскресенья. And what struck me was this. И что меня так осенило? The two houses were probably pretty much the same. Два дома, они были довольно похожими. Because houses in those days were built pretty much the same. Потому что дома в то время, они одинаково строились. They had a living area. У них была комната, где гостиная была. A cooking area. Там, где кушать готовили область. They would have a sleeping area. Там, где была территория, где спали люди. And a roof area. И территория, где была крыша. And so they probably would have looked pretty much the same. И, скорее всего, эти оба дома выглядели довольно похоже. But obviously one had foundations. Ну, у одного дома было основание. And the other didn't. А у другого не было. And so I'm praying about this talk that I'm going to give. И я молился о той речи, которую я должен был говорить. And you know, have you ever had that situation where you feel like the Lord's trying to show you something, but you've not got a clue what it is? Знаете, бывает такая ситуация, когда ты чувствуешь, что Господь тебе что-то хочет показать, а ты никак не можешь догадаться, что же это. But it's like you know there's something about this that you've got to get hold of. Ты как бы чувствуешь, что там что-то есть, но ты еще никак не можешь это раскопать, что это. But you're not sure what it really is. То есть ты не уверен, что это, но знаешь, что что-то там есть. And then I began to think about the common understanding of that parable. И потом я начал думать о таком распространенном понимании этой притчи. Which is that if you don't have your foundations in the Word of God. Распространенное истолкование этой притчи в том, что если ты не имеешь основания в своей жизни на Слове Божьем.
and in Jesus, и Иисусе, then when tribulation comes, когда приходят скорби, the storms, там шторм, the storms of life, штормы жизни, бури жизни, when the wind blows, когда ветер дует, everything is coming against you, и все против тебя идет. When the rains came down, когда and the floods came up, когда дожди пошли и вода потекла, the house on the sand will fall. То дом, который на песке, он упадет просто так. Okay. Да? But it didn't seem right. It didn't seem right. Didn't seem right. Но каким-то образом это не выглядело правильно. And I'm saying to the Lord, what are you trying to say? Я говорю, Господь, что ты пытаешься мне сказать? I've preached about that parable. Я уже проповедовал об этой притче. Loads of times. Уже много раз. And I talked about the storms of life that come against you. Я говорил об этих бурях жизни, которые выходят and против тебя. Have your foundations и о том, чтобы основание в Слове и в Иисусе, чтобы that было. Your house will fall flat. А если не будет, тогда просто ты в шмятку. And you just kept on saying to me, that's not the point. А мне Господь говорил, не в этом смысл, не в этом смысл, не в этом смысл. So then I'm saying to the Lord, well, what is the point? Тогда я говорю, Господь, ну в чем же смысл? And He said to me a very interesting thing. И Господь сказал мне очень интересную вещь. He said, in my word. Он сказал, в моем слове. What does the wind represent? Что имеет ветер? Это образ чего? And I said, Holy Spirit. Я сказал, Дух Святой. And he said, in my word, what does water represent? Он сказал, а в моем слове вода это символ чего? And I said, Holy Spirit. Я сказал, Дух Святой. So I'm saying И я говорю Господу. So. И. What are you trying to say? Что ты пытаешься сказать? And he said to me. И он сказал мне. There is an issue of the storms of life coming against you. Есть вопрос того, что бури жизни идут против тебя. But what you don't understand. Но что ты не понимаешь? Is if you don't have your foundations in me. Это то, что если у тебя нет твоего основания во мне. And you're crying out for revival. И ты взываешь о том, чтобы пришло пробуждение. And you're crying out for a move of God. И ты взываешь о движении Божьем. You're crying out for the Holy Spirit, a wave of the Holy Spirit. Ты взываешь to hit the earth. О том, чтобы волна Духа Святого ударила землю. If you don't have your roots down in me. Если твои корни, они не глубоко во мне. It will blow you apart. Это разорвет тебя на кусочки, на шматочки, на шматочки. Do you get it? Понимаете? It's like we're praying, oh God, send your Holy Spirit. Это как мы молимся, Дух Бог, пошли твоего Духа Святого. And He's saying, are you ready for it? Он говорит, а ты готов к этому? Because if you're not, it will blow you apart. Потому что если ты не готов, то это разорвет тебя. I didn't intend to say that, but I did. Я не планировал это говорить, но сказал. Because it's kind of relevant to what that last soul was talking about. Потому что это каким-то образом касается того, что мы говорили о второй почве. It's like the very things of God will sometimes cause us problems. То есть иногда даже Божьи вещи, они приносят в нашу жизнь то, что как проблема. I'm not saying peace, but just saying two soils down, two to go, okay? Хорошо, две почвы мы уже рассказали, еще про две надо. Я не говорю. Third soil. Seed falls among thorns. Итак, следующее. Matthew 13:17. Третья почва. Some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Так. 13 Матфея, 7 стих. Иной упала в терния, и выросла терния, и заглушила его. And he explains it in verse 22. И в 22-м истолковании. Now he who received the seed among the thorns is he who hears the word. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. And the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word. Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово. And he becomes unfruitful. И оно бывает бесплодно. Mark 4 verse 7. Марка 4, 7 стих. Says some seed fell among thorns. Говорит, иное упало в терния. And the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. И терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Mark's explanation is this. Объяснение Марка. Now these are the ones sown among thorns. Mm-hmm. They're the ones who hear the word. Mark 4:18. 18. Посеянное в тернии означает слышащих слова.
And the cares of this world and the deceitfulness of riches. Но в которых заботы века сего, обольщение богатством. And the desires for other things. И другие пожелания. Entering in choke the word and it becomes unfruitful. Входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Luke's explanation in 8:14 is this. Лука объясняет это в 8:14. Now the ones that fell on thorns are those who, when they have heard. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово. Go out and are choked. Но отходя заботами. With cares, riches, and pleasures of life. Богатством и наслаждениями житейскими подавляются. And bring no fruit to maturity. И не приносят плода. So you can value and go deep in the word and yet be choked or paralyzed. То есть вы можете ценить и пойти глубоко в слово, но вы можете быть подавленными или заглушенными. By worries and cares. Волнениями, заботами и желаниями. And you end up unfruitful. И в конечном счете окажетесь бесплодными. In other words, the word does not bring the believer into maturity. Другими словами, и в английском языке там было плода к зрелости. Другими словами, верующий он не приносит плода к зрелости. Or fruitfulness. Ко всей плодовитости. And in this way, a heart for the nations and a desire for godly impact compete with desires for pleasure. И в данном случае желание о народах, о Божьем, оно попадает в соревнование как с желаниями о других вещах. Or comfort and deceitful riches. Или утешениями и обольщении богатством. But God's desire and His purpose for our lives. Но Божье желание и цель для наших жизней. Is that we will be fruitful in every good work. Чтобы мы были плодовитыми во всем добром деле. Это в Колоссянам 9 главе. And filled with the fruits of righteousness. И были наполненными плодами праведности. Philippians 1:9. Колоссянам 1:9-11. For soil. И в Филиппийцам 1:9-11. Итак, четвертая почва. Okay, this is where the seed falls on good ground. Это там, где семя падает на добрую почву. Matthew 13:8 says, other seeds fell on good soil and brought forth grain. Матфея 13:8 говорит, что иное упало на добрую землю и принесло плод. Some 100-fold. Одно во 100 крат. Some 60. Другое в 60. Some 30. Иное же в 30. In verse 23, he gives this explanation. И 23 стих дает нам объяснение. But as for what was sown on good soil. Посеянное же на доброй земле. This is the one who hears the word and understands it. Означает слышащего слова и разумеющего. Who indeed bears fruit and yields. Который и приносит плод, который и бывает плодоносен. In one case 100-fold. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной, in another 60, иной в 60, and in another 30. А иной в 30. Mark 4, verse 8 says this. 4 Марка 8 стих говорит. Other seed fell into good soil and brought forth grain. И иное упало на добрую землю и дало плод. Growing up and increasing and yielding. Который взошел и вырос. 30 and 60 and 100-fold. И принесло иное 30, иное 60, иное 100. His explanation in verse 20 is this. В 20 стихе объяснение. And these are the ones sown on good soil. А посеянные на доброй земле. They hear the word and accept it and bear fruit. Означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод. 30, 60 and 100-fold. Один 30, другой 60 и иного 100 крат. Luke 8, verse 8 says this. Луки 8:8 говорит. Some fell into good soil. А иное упало на добрую землю. And when it grew, it produced 100-fold. И взойдя, принесло плод вторичный. And in verse 15, he says this. И в 15 стихе он говорит. But as for that in the good soil, these are the ones who, when they hear the word, а упавшие на добрую землю, это те, которые услышав слово, hold it fast in an honest and good heart, хранят его в добром и чистом сердце, and bear fruit with patient endurance, и приносят плод в терпении. So the good ground represents believers who, when they receive the seed, итак, добрая почва представляет собой верующих, которые принимают семя, the word of the kingdom, слово царствия, bring forth spiritual fruits, и приносят духовный плод. They have no fear of the tribulation or persecution that could fall on them. Они не боятся, не страшатся преследований или гонений, которые могут сойти на них.
Because their hope and testimony is that of the coming kingdom of Christ. Потому что их надежда и свидетельство — это грядущее царство Христа. They also have no worry for this age. Они также не беспокоятся о всем веке. So they don't get involved in environmentalism or protest demonstrations or politics. Поэтому они не вовлекаются в вопросы, которые там глубоко касаются окружающей среды или каких-то протестов или еще каких-то вещей. To save the world from its own evil. Чтобы спасать мир от его собственного зла. They recognize the sovereignty of God, which has decreed the end to all things. Они осознают суверенность Бога, который уже издал декрет о суверенном окончании всего. The assumption also is that these believers are wise concerning the riches of this age. И эти верующие также мудры относительно богатства этого мира. They know that those who want to be rich can fall into the temptation and the snare. Они осознают, что те, которые желают обогатиться, они попадают в ловушку, в сеть. И во многие вредные желания, которые приводят к разрушению. Это то, что Павел говорит в 1 Тимофея 6 главе, в 9 стихе. Они также знают это в соответствии с Матфеем 9:23. Что для богатого человека тяжело войти в Царство Божие. Они знают, что любовь к деньгам — это корень всякого зла. Когда любовь ко Христу — это корень того всего, что добрый плод приносит, вырастет в Царстве. И еще также эта притча учит нас о хорошей почве. Those that will produce 100-fold, those 60, and those 30. Три разных вида этой хорошей почвы, которая принесет плод в 30, в 60 и в 100 крат. Maybe the amount of fruit that each produces indicates how much of the truth of the kingdom that each of those soils receives. И может быть количество плода принесенного также описывает количество той истины, которую сердце принимает. And I believe that these three amounts of fruit. Я верю, что эти три разных размера плода represent, it's almost like three levels of understanding in the kingdom. Они подобны трем уровням понимания в царстве. Because he talks about 100-fold, 60-fold, and 30-fold. Потому что он говорит о 100-кратном, о 60-кратном и 30-кратном. And in Matthew's gospel, a number of other parables talk about that. Those three levels of fruit. И в Евангелии от Матфея есть еще другие притчи, которые также говорят о вот этих 30, 60 и 100-кратных вещах. So, итак, let's look at the points of difference very quickly. Давайте посмотрим очень быстро на различия. Luke's parable is a message of salvation. Послание, притча Луки — это послание о спасении. Mark's message is the message of a spirit-controlled, sorry, Christ-controlled life. Притча в Евангелии от Марка — это притча о жизни под руководством Духа. Matthew's message is the word of the kingdom. Притча Матфея — это слово о царстве. Luke's parable speaks about justification. Притча в Луки говорит об оправдании. Mark's gospel speaks of sanctification. Притча у Марка говорит о освящении. Matthew adds glorification in the kingdom. Матфей добавляет еще прославление в царстве. Luke's parable shows us that a rest is given. Притча в Луки подчеркивает, что также дается покой, отдых. But it's actually given. Она дается ему. Mark says that the rest is found. Марк говорит, что покой находится. Matthew expresses that there's a rest in the future that has to be attained. Извините, Матфей говорит о том, что есть покой, который в будущем должен быть достигнут. He's talking about the millennial kingdom. То есть он говорит о тысячелетнем царстве. Luke's seed is the word of God. Лука семя — это Слово Божье. Mark just calls it the word. Марк называет это просто словом. And in Matthew he calls it the word of the kingdom. А Матфей называет это словом царства. So, итак, what's it all about?
о чем суть всего? You may ask, can a Christian who has a Christ-controlled or a Spirit-controlled life? Вы можете задать вопрос, может ли вы христианин, который имеет жизнь под руководством Христа, под руководством Духа Святого, according to Mark's gospel, в соответствии с Евангелием Марка, but doesn't see the word of the kingdom, но не видит слово царства, according to Matthew's parable, в соответствии с притчей Марка, can he or she enter the kingdom? Может ли он или она войти в царство? Well, the answer is yes. Ответ – да. Because this believer is identified in Matthew's parable as a fruit-bearing person. Потому что я думаю, что в притче в Евангелии от Матфея идется речь о верующем, который приносит плод. That only bears 30-fold fruit. Только 30-крат плода. Seemingly, the higher levels of the kingdom. И очевидно, что больше уровни царства. Are reserved for those who understand the word of the kingdom. Они как бы зарезервированы для тех людей, которые принимают слово о царстве. So they bring 60 or 100-fold. И несут там 60 и 100 крат. And it seems like the higher of those two positions. И кажется, что чем выше эти позиции, will be reserved for the faithful and wise servants. Они будут зарезервированы для верных и мудрых слуг. They are the hundredfold producers. Те, которые производят 100 крат. Who, according to another parable, will be ruling with Christ over all his goods. Rooted. Ruling. А в других притчах говорится о том, что они будут править вместе со Христом, те, кто приносит 100 крат. And the lower of the two positions, а более меньше вот эти позиции, will be for the good and faithful, будут для хороших и верных, who in another parable in Matthew 25, которые в притче в Матфея 25, другой притче, они приносят 60 крат. Who will rule in the kingdom over many things. Они будут править в царстве над многим. Now, the thing is this, that between delivering the parable, и между тем моментом, когда эта притча рассказывалась, and his interpretation, и истолкованием, he explains, like I said at the beginning, why he speaks in parables. Как я уже сказал в начале, что он объясняет, почему он говорит притчами. He emphasized the unhearing ears. Он подчеркивает уши, которые не слышат. So the condition of your soil, the soil of your heart, is reflected by your willingness to hear what the Holy Spirit is saying. Поэтому состояние вашей почвы, оно зависит от вашего желания, согласия слышать, что Дух Святой говорит. So the personal impact of God's sovereign kingdom power is determined by our response. Поэтому суверенное Божие влияние на нас, оно определяется нашим желанием того, чтобы это влияние было на нас оказано. So God's kingdom can be rejected. Божье царство может быть отвергнутым. It can be temporarily accepted. Оно может быть временно принятым. Or fully and fruitfully accepted. Или полностью и плодоносно принятым. And this is a vivid parable. И это очень яркая притча. That gives us a picture of a varied response to Jesus. Proclamation of the word of the kingdom. Которая дает нам примеры разного отклика на слово о царстве. To that of the hardened heart of believers. Верующие с ожесточенными сердцами. To that of the temporarily responsive heart. Верующие с временно откликающимся сердцем. To that of the receptive heart. И верующие с сердцем, которое принимает. And it's truly amazing. И потрясающе, that the same seed of the word can have such dramatically different outcomes. Что одно и то же семя слова может иметь настолько различные как результаты. And obviously, God's desire for you. И, конечно же, Божье желание о вас. Is that you create the good soil. Чтобы вы сотворили хорошую почву. In your life. В вашей жизни. Where the seed can take root. В почву, в которой семя, оно сможет дать корень. Where it can become a hundredfold. И почву, в которой семя может дать стократный урожай. And that's his desire for you. И это его желание о вас. Because we're talking about, remember, we're talking about priesthood. Потому что помните, мы говорим о священстве. We're talking about people who the Lord is setting aside for His purposes. Мы говорим о людях, которых Господь отделяет для своих целей. And like Mary of Bethany. И как Мария из Вифании.
who demonstrates this extravagant love and devotion to которая Jesus. Демонстрирует это экстравагантное посвящение и любовь Иисусу. He wants that word to take root in our lives. Он хочет, чтобы это слово, которое мы слушаем, оно приняло корень в нашей жизни. You may remember that if you were here last year, that the second situation with Mary Bethany. И если вы были здесь в прошлом году, и вы, может быть, помните, что вторая ситуация, описывающая Марию, was when she came to Jesus and she broke the jar of perfume. Это было, когда она пришла к Иисусу, и она разбила этот сосуд с благовониями. And she anointed him with it. И она помазала его этим елеем. See, listening to Jesus a year before that. За год до этого она слушала Иисуса. Led to a situation where she was receptive and responsive to His word. Эта ситуация, что она слушала его за год до того, привело к тому, что ее сердце, оно откликалось на его слово. That extravagant act in Simon's house. И вот это вот такой из ряда вон выходящий поступок в доме Симона. Did not come from nowhere. Он не пришел из ниоткуда. It came from a heart that was receptive to His word. Он пришел этот поступок из сердца, которое принимало Божье слово. And the result was a life of intimacy. И результатом этого стала жизнь близости. And a life of extravagant devotion. И жизнь такого экстравагантного посвящения. And love. И любви. And that's what He wants for you. И вот чего Он хочет для вас. Let's stand. Let's pray together. Давайте встанем и помолимся вместе. I want you just to, in your own heart, welcome the presence of the Lord. Я хочу, чтобы вы в своих сердцах приветствовали, пригласили присутствие Господа. He wants to bless you. Он хочет благословить вас. He wants to anoint you. Он хочет помазать вас. He wants to draw you. Он хочет привлечь вас. Closer and closer to Him. Ближе и ближе к себе. Where His word can take root in your lives. Где Его слово может укорениться в вашей жизни. And can produce fruit. И может произвести плод. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Thank you for your word. Спасибо за Твое слово. We receive it in our hearts, Lord. Мы принимаем его в свои сердца, Господь. We receive you in our hearts. Мы принимаем Тебя в свои сердца. And we ask you to pour out your blessing. И мы просим, чтобы Ты излил Твое благословение. Give us more, Lord. Дай нам больше, Господь. More of you, Lord. Больше Тебя, Господь. I believe there's some of you here, and you know that the world has got a subtle pull on your heart. Я верю, что есть некоторые из вас здесь, кто знает о том, что мир, он как-то незаметно зацепил вас за сердце. The pleasures of this world. И удовольствие этого мира. Things that seem so attractive. Вещи, которые выглядят такими привлекательными. And yet they're so futile. Но они настолько пустые. And you know that the Lord is challenging you over certain things. И вы знаете, что Господь, Он бросает вам вызов о некоторых вещах. I believe particularly the Lord is challenging some of you over what you do in your social time.
И я верю, что некоторых из вас Господь конкретно бросает вам вызов о том, что вы делаете в свое свободное время, когда вы общаетесь с другими людьми. The things you give your time to. А то, чему вы отдаете свое время. Some things that are so futile. Некоторые из этих вещей, они настолько пустые. I'm not going to ask you to respond. This is just something between you and the Lord. И это не что-то, о чем я буду вас просить выходить вперед. Это между вами и Господом. I believe that for some of you, the Lord is actually showing you things in your mind now. Я верю, что некоторым из вас Господь прямо сейчас показывает в разуме какие-то вещи, that you need to deal with. С которыми вам нужно разобраться. And He'll give you the grace. И Он даст вам благодать. I believe there's at least one person here and sometimes the cry of your heart is this. Я верю, что есть по крайней мере один человек здесь. Иногда крик вашего сердца. I don't want to upset people by seeming too radical. Такое, что я не хочу расстраивать людей из-за того, что я выгляжу таким радикальным. I don't want to upset people by seeming different from them, even my brothers and sisters in Christ. Я не хочу расстраивать людей тем, чтобы выглядеть, что как я не такой, как они, что я отличаюсь от них, даже моих братьев и сестер. But I don't want to come across like I'm superior to them. И я не хочу, чтобы это им показало, что я какое-то превосходство над ними имею. But the Lord is saying to you. Но Господь говорит вам. That I'm more important than they are. Что я более важен, чем они. That my life in you is more important. Моя жизнь в тебе имеет большее значение. Your life in me is more important. Твоя жизнь во мне более важна. And it doesn't matter what other people think. И не важно, что думают другие люди. I'd like us to do what we did Alisa or did before, I can't remember. Я хотел бы сделать, чтобы мы сделали то, что мы на днях делали. But let's be the body of Christ. Давайте будем телом Христа. Ask the Lord who He wants you to go and pray for. Спросите Господа, за кого Он хочет, чтобы вы пошли и помолились. And if you just simply want to receive, that's okay, just stay. А если вы хотите только принимать, тоже ничего страшного, просто принимайте тогда. But ask the Lord who He wants you to pray for. Но спросите у Господа, за кого Он хочет, чтобы вы помолились. And be obedient and go and ask Him for a word for them. И будьте послушны и спросите у Господа слово для этого человека. Ask Him to speak deeply into their the depths of their hearts. Попросите Господа, чтобы Он дал вам проговорить глубоко, в глубину сердца. And even if it might sound strange to you. И даже если для вас это будет казаться странным. Just speak out what He puts on your mind and your heart. Просто говорите то, что Господь положит вам в ваш разум, в ваше сердце. So let's just stay in the Lord's presence. Давайте будем оставаться в Господа присутствии. Just let's be the body of Christ. Let Him be the administrator of our meeting. Давайте будем телом Христа и позволим Ему администрировать наше собрание. Pour out your blessing, Lord. Господь, излей Твое благословение. Bless us with your presence, Lord. Благослови нас Твоим присутствием. Thank you, Lord. Спасибо, Господь.